Привет, народ! Огромная часть вопросов всегда идет по поводу питания, как я питаюсь, и хоть у меня уже есть целый ряд видео на эту тему, все-таки решил рассказать вам, как сейчас выстроено мое питание и какое вообще у меня в голове представление об идеальном рационе. Первое, что я взял для себя в привычку, это однозначно после пробуждения сразу же выпивать 1-2 стакана чистой воды. Не обязательно она должна быть теплая, это как бы не принципиально, или горячая, неважно, теплая, горячая, холодная, кому как больше нравится. Я выпиваю та, которая, собственно, есть. Комнатная температура — хорошо, холодная — хорошо. 1-2 стакана, после этого мой организм запускается, мыслительные процессы запускаются, и уже после этого я начинаю соображать и думать о том, как выстраивать свой день, как выстраивать свое питание, что у меня вообще, какие планы на день, и все по порядочку. Вообще, завтрак — это, ну, как бы важная часть рациона, но по мне она слишком сильно переоценена, и на данный момент конкретно у меня сейчас завтрак — это самый плавающий прием пищи, который как может быть в одно время, может быть в другое время, а его может не быть вообще. То есть все зависит конкретно от моего расписания, от того, что я буду делать, чем я буду заниматься, но если все-таки он есть, то сейчас для меня идеальный завтрак — это тост с авокадо и яйцом. Хочу сразу сказать, что хлеб на завтрак — это абсолютно не лучшее решение, особенно для меня, потому что я хлеб стараюсь не использовать вообще, но все мы люди, у всех у нас есть слабости, и сейчас, поскольку мне вот очень нравится готовить себе такие тосты, я на какой-то период времени себе позволил это сделать, позволил как бы есть хлеб, да, но я стараюсь его всегда покупать максимально цельнозерновой, чтобы хоть как-то минимизировать тот вред к организму, который он мне причиняет. Собственно, если вообще, когда я завтракаю, если у меня, допустим, впереди силовая тренировка, и если у меня, допустим, свободный абсолютно день, и я остаюсь с утра дома. То есть я рано проснулся, тогда мне нужно позавтракать, чтобы потом не ходить, не хотеть есть, ничего не подъедать и так далее и тому подобное. Соответственно, если у меня этого нету, если у меня, допустим, кардио я всегда делаю натощак, я никогда не бегаю, не езжу на велосипеде после еды. Не знаю, как вам, мне так намного просто комфортнее. Попробуйте пробежать, там, не знаю, покушайте плотно и через час бегите 20 километров. Я пробовал, мне не нравится, собственно, поэтому я всегда либо смещаю завтрак, допустим, если я очень рано проснулся, соответственно, часов в 6 утра, это, допустим, лето, и пошел бегать, пришел я домой в 8, соответственно, мне особо да и завтрак смещать никуда не нужно. Но так или иначе, либо завтрак смещается, либо он просто убирается, и ничего в этом такого я, собственно, не вижу от того, что я где-то там чего-то немного не добрал, или я вполне могу это восполнить за обедом или за ужином, и страшного в этом ничего, собственно, нет. Если рассматривать не хлеб, когда я его, допустим, уберу, да, планирую убрать, то это может быть просто, допустим, авокадо с яйцом, это могут быть какие-то омлеты, это может быть какая-то выпечка на муке без глютена, это могут быть тофники с ягодами, то есть вот такие варианты, которые относительно сытные, вкусные, относительно легкие. И с утра мне, короче, заходит вот это на ура. Все это вы можете увидеть у меня в соцсетях, в Телеграме, периодически выставляю. Так что, если что, обязательно подписывайтесь. Ссылки будут, как всегда, внизу. Там много информации по поводу того, как я питаюсь на ежедневной основе. Что-то я всегда выкладываю. Обед, и, как вы поняли, я любитель на обед приготовить суп.
И очень часто, ну, как бы многие считают, многие недооценивают суп или, допустим, считают, что это бесполезные блюда, которые нельзя посчитать с точки зрения там, калорий, тяжело это все делать и так далее, или это пустой, ну, пустое блюдо. Я привык есть супы, я делаю их максимально разнообразными. Очень часто я делаю крем-супы из, допустим, чечевицы, из гороха, из тыквы. И, как правило, это довольно такое плотное блюдо, которое содержит в себе и там, определенное количество белка, и углеводов. Не знаю, мне вполне этого хватает, вполне сытно. Всегда я могу там, вдобавок сварить себе пару там, яиц или еще что-то. Если же нет, я могу, конечно же, приготовить стандартный какой-нибудь там гарнир. Но чаще всего это какие-то овощи, допустим, там омлет с какими-нибудь овощами, или это может быть вареный рис, там, а-ля по-корейски, когда он идет с мексиканской смесью из овощей и, допустим, сверху какое-нибудь яйцо, либо это может быть просто гарнир в виде гречки с салатом. В общем, так или иначе, это однозначно какие-то сложные углеводы, белок в виде яиц, в виде жареного тофу, и, либо, опять-таки, если это чечевичный суп, то это какие-то бобовые. И я делаю довольно большой и объемный прием пищи, чтобы мне, собственно, хватило его до ужина. Ужин, как правило, максимально простой, легкий, прием, который, очень легко усваивается, который для меня не тяжелый, и я стараюсь всегда не переедать на ужин. Для меня так проще, для меня так легче. В 90% случаев это, болтушка из, яиц и какой-нибудь там, может быть, допустим, салат овощной, огурцы, помидоры, листья салата, укроп. Все это микс перемешано, собственно, и я таким образом ем. Либо это может быть какой-то, допустим, омлет с брокколи и яйцами. Собственно, тоже мне такой вариант отлично подходит. Я в этом плане не пытаюсь придумать что-то экстраординарное. Очень редко, когда это может быть какие-то овощи на пару с рыбой, но это прям крайний вариант, какой-то там прям из разряда вон выходящий. То есть, как правило, я вот питаюсь так, как я сказал. И кому-то может, наверное, показаться, что у меня довольно скудный с точки зрения разнообразия рацион, но если честно, если вы подумаете, как питается среднестатистический человек, то это фастфуд 90% времени, это может быть шаурма, которая всегда залетает, и, допустим, опять-таки, тот же самый гарнир в виде простых круп, которые просто периодичностью повторяются, там рис, гречка, картошка с однотипной приготовленной курицей или мясом. И, как правило, это вот для большинства людей норма, поэтому говорить о скудности, мне кажется, здесь не приходится. У меня довольно разнообразный рацион, и мне его вполне хватает, тем более, что, опять-таки, я все-таки стараюсь придерживаться концепции, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Соответственно, здесь для меня это только питательные вещества, которые при этом мне, собственно, нравятся по вкусу, и я вообще в этом ничего не вижу странного, что питаюсь я, в принципе, там одинаково. В любом случае, для вас однозначно, мне кажется, будет полезна следующая информация. Это те продукты, которые я вот у себя убрал на, может быть, там 95%, 99%. Я не всегда не говорю, что полностью убрал, потому что все-таки я человек, всякое бывает, где-то что-то съедается, где-то намеренно, где-то непреднамеренно, то есть, там, условно говоря, прям, особенно когда я работал на свадьбах, и есть определенный тип питания, ты работал до этого уже 9 часов, ты хочешь есть, а, допустим, другой еды нет, соответственно, получается, ну, приходилось есть то, что есть. Поэтому 95% этих блюд и вообще этих продуктов я убрал. Первое – это картошка. И если бы вы знали, как я в детстве ел картошку, моя мама постоянно говорила, что я ее могу есть в любом виде, хоть сырой, и, пожалуй, это было правдой. Я ел и толченую, и жареную, и какую только картошку я не ел. Я любил ее во всех ипостасях, но опять-таки, прислушиваясь к своему организму, я понял, что этот продукт мне совершенно не подходит. Он делает, наносит моему организму вред, который, собственно, очень сильно отражается на мне. И, то есть, для меня, для моего пищеварения картошка это явно не тот вариант, который мне нужен. Ну, как-то, возможно, спустя какое-то время, когда я перестал ее много есть, мне, собственно, и вкус ее уже не так как бы нужен, не так необходим. Поэтому от этого овоща, можно сказать, я отказался крайне легко и вообще однозначно не жалею. Вторая вещь – это молочка и все ее производные, то есть молоко, всевозможные там сливки, сыры или, допустим, там что там, творог. Все это я убрал. Молочка для меня, опять-таки, я не буду рассуждать о том,
правильно есть молочку, неправильно, это вы уже решаете для себя сам. У меня нету какой-то непереносимости, лактозы или еще чего-то. Хотя, возможно, есть в каком-то небольшом формате, я просто никогда не сдавал тесты. Я понял для себя, что на меня молочка, опять-таки, плохо влияет в целом. На мое здоровье, на мое состояние, на мою кожу, на мою продуктивность и так далее, опять-таки, на мое пищеварение. Все это прям ощущается с первого же момента, как только ты начинаешь включать это в свой рацион после какого-то долгого перерыва. Поэтому, если вы хотите понять, как тот или иной продукт на вас действует, вы просто откажитесь на него на пару недель, и после этого введите его в свой рацион, ничего не меняя, и посмотрите, как это будет работать. Я таким образом исключил довольно большое количество, собственно, как раз таки продуктов, и вот молочка входит в их число. Думаю, очевидно из моего рассказа, что я исключил мясо по большей степени, ну даже не по большей степени, как я уже сказал, на 95%, наверное, его убрал, и если оно где-то и мелькает у меня в приеме пищи, то это крайне редкая ситуация. И опять-таки происходит это по ситуации, допустим, какой-то праздничный стол, где-то у кого-то, возможно, там в гостях или еще что-то, или какой-то крайний момент, когда больше, ну реально, прям просто нечего есть. Соответственно, дома я его не покупаю, нету его, и абсолютно себя хорошо чувствую. То есть за последние 3 года, как, ну, что я вот так питаюсь, я не заметил ничего плохого. Я скажу более, у меня там улучшились показатели. Не улучшились, давайте так. У меня абсолютно никак не изменились показатели ни здоровья, ни, собственно, гормонального фона. Ничего не изменилось в худшую сторону, потому что я, собственно, подхожу к этому вопросу более-менее здраво. То есть я, не убирая мясо, там, полностью убираю себе каким-то образом белок из рациона. Я его восполняю, опять-таки, всевозможными крупами, бобовыми. И хоть я понимаю, что сейчас многие нутрициологи диванные скажут, что это совершенно разный аминокислотный состав, что в овощах везде, там, он неполный и прочее. Это то, что работает на мне, это то, к чему пришел я. Я вас ни к чему не призываю, просто рассказываю, что конкретно убрал я, как мне легче, и вот мясо входит в то число продуктов, которые я у себя убрал. Сахар в чистом виде. Конечно же, я человек. Я вообще по натуре своей невероятной сладкоежка, и для меня сахарный запой, если можно так сказать, это очень типичная история. Как-то так вышло, что меня с детства разбаловали сахаром, сладкими вещами, и вообще у меня всегда была привычка, то есть чай с сахаром 3-4 раза в день, кружка полулитровая, естественно, туда 4-5 ложек сахара. Это стандартная история. Вот так я как-то воспитался, так мне как бы позволяли делать, никто в этом ничего плохого не видел, а к этому очень хорошо привыкаешь, и, так сказать, потом с этого довольно тяжело слезть. Ну, потребовалось довольно много времени, чтобы убрать сахар в чистом виде из любых напитков, то есть чая или кофе, которые все равно у меня проскакивают, опять-таки, в рационе, это либо с утра там за завтраком, либо еще что-то. Я теперь спокойно пью и чай, и кофе абсолютно без сахара, мне так нравится больше, мне нравится больше вкус, и я могу спокойно этого делать и без, допустим, каких-нибудь сладких вещей, то есть элементарно кто-то убирает сахар из чая, но добавляет себе какую-нибудь конфету. Нет, у меня этого нету, я убрал, потребовалось на это, наверное, может быть 2-3 месяца стабильного вот такого вот исключения сахара из жидких напитков, поэтому в чистом виде сахара у меня, естественно, нигде уже где-то, наверное, больше, чем 2 года точно нет. Еще одна очень важная вещь, которую я убрал, это глютен. Ну, по большей степени, не то чтобы даже глютен, я убрал тесто, я убрал муку. То есть и все вещи из муки сделаны, да, наверное, глютен тяжело сказать, потому что он есть еще в некоторых крупах, но вот муку точно убрал, пшеничную, потому что все, что касается булочек, все, что касается печенья, все, что касается хлеба, каких-нибудь макарон или пасты и так далее и тому подобное, у меня этого нету, я это почти не ем, как я уже сказал, на 95% однозначно вычистил это из своего рациона и абсолютно не жалею, потому что понимаю, понял, ну, для себя 100%, что это один из самых ужасных продуктов, которые худшим образом на меня влияют. Если взять вот весь список, который был, наверное, молочка и мука, это вот две вещи, которые максимально плохо на меня влияют и максимально ухудшают мое состояние здоровья, это вот 100% проверено, поэтому мука. И, ну, оставил я муку только какую-нибудь безглютеновую, то есть это опять-таки рисовая мука, ну и, короче, любая мука без глютена. Если говорить про калорийность, про вот все вот эти моменты, здесь нету каких-то точных цифр, потому что все это зависит от того периода, в котором ты находишься. Для кого-то это может быть сушка, для кого-то поддержание, для кого-то это может быть набор веса. Поэтому, условно говоря, в какой-то период вам может понадобиться там 4000 калорий, если у вас какой-то невероятный метаболизм, и вы можете, как знаете, некоторые говорят, съесть банку сгущенки, и она у вас даже
никак не отразится, вы на следующее утро похудеете. Кому-то нужно есть там 2000 калорий, кто находится на какой-нибудь там сушке в период, да, и при этом сильно занимается. Поэтому здесь очень все субъективно, и стоит, наверное, подстраивать под себя, под свои какие-то, под свое телосложение, под свой метаболизм. Есть много разных формул в интернете, как посчитать свой базовый обмен и так далее, это легко гуглится, поэтому я думаю, вы найдете. Для себя я просто пытаюсь балансировать, смотрю по своему весу и, соответственно, уже от этого подбираю калорийность, которая вот у меня есть в тот или иной период. Сейчас для меня, наверное, идеальный рацион – это будет два раза питания в день. Это будет прям самое отличное, потому что ты меньше всего времени тратишь на то, чтобы что-то готовить, ты меньше времени тратишь на том, чтобы думать о том, что приготовить, меньше времени тратишь для того, чтобы что-то поесть, соответственно, экономится огромное количество времени. И, как я уже сказал, моя позиция из разряда того, что мы едим для того, чтобы жить, экономия времени позволяет заниматься какими-то другими более полезными делами, и я понимаю, что это не столь необходимо. Тем более, особенно в нынешних реалиях, когда все люди максимально заняты. Поэтому два раза в день было бы для меня идеальное питание, но пока это приблизительно три раза в день. И иногда, опять-таки, я человек, бывает какой-то перекус или еще что-то, поэтому 3-4 раза в день, но иногда бывает и 2. Все зависит от того, какой день, как все пошло и так далее. Надеюсь, помог вам этим видео. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на остальные соцсети, ссылки все в описании. Все, всем пока.